На одном из самых крутых уклонов города Комсомольской улицы самопроизвольно покатился очередной грузовик, который сорвался с парковочного тормоза. Результатом этого автопобега стало повреждение стоящих поблизости машин и световой опоры. Произошло это на глазах у шофера, который попытался что-то предпринять, но сделал только хуже. Авария случилась, когда 38-летний водитель-экспедитор на рабочем Фусо приехал к продуктовому магазину для выгрузки товара. Хабаровчанин поставил автофургон на парковке у супермаркета, перекрыв целый ряд припаркованных машин. Грузовик пошел в самоволку, когда мужчина уже закончил переносить продукты и собирался направиться к следующей точке своего маршрута. Тяжелый автомобиль самопроизвольно покатился по склону со стороны Муравьева-Амурского совсем неожиданно. Тормоза не выдержали, покатился. Назад, да? Да. А вы были в машине? Ну, да, можно сказать. Ну, не в машине, рядом с машиной был. Тормоза не выдержали. Ручной тормоз не выдержал. И покатилась машина, и все. И вот задела машину и столб. Когда Фусо покатился, шофер при попытке запрыгнуть в кабину, естественно, открыл водительскую дверь. Однако попасть за руль он не успел, а распахнутая дверь повредила припаркованный Lexus и Haval. А задом грузовик ударился о столб, при этом заметно провисли провода. Сотрудники горсвета оперативно приступили к устранению проблемы. Владелец японского кроссовера был в магазине и пришел на место ДТП после тревожного сообщения на телефон, которое хозяину отправил автомобильный охранный комплекс. Но хозяин черной иномарки узнал о неприятностях от автоинспекторов. С документами у виновника аварии все было в порядке, а лимита страховки с лихвой хватит на возмещение причиненного ущерба. С места происшествия Ольга Горбунова, Анастасия Манина и Андрей Алферов.